think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня тест топовых героев против Матроны. Интересно, смогут ли все герои просто тупо ушатать ее? Вот, я даже не знаю. Вот. Просто поехали, посмотрим на это чудо, которое GG создало. Я не понимаю, нафига добавлять героев, которые, по сути, ну, нифига сделать не могут. Для чего они вообще в игре? Непонятно, чем IGG вот руководствуется, создавая вот обновления. Понятно, они хотят бабла, все дела. Но нафига создавать бесполезный героя? Вот просто тупо реально бесполезный. Как и 90% героев на сегодня, они просто не актуальны. Для чего это делается, непонятно. Так, ну Космо там у нас, наверное, вряд ли затащит. Сейчас попробуем по максимуму. Такс. Я буду тестировать без эмблем. Здесь герои послабее на порядок. Скиллы. Все дела. Вот Ронина, кстати, тестанем. Так, что у нас по героям? Зеленый. Серый. И серый. Отлично. Смотрителя нету. Такс. Выхожу я на своем основном аккаунте. Поехали. Все, отлично. Матрона стоит. Просто без комментариев. Просто смотрим и угораем. Куда она ударила? Кстати, сейчас с талантом новым, но... О, попала по Ронину. Фига себе, она на свою базу бьет. Ну, короче, бьет просто тупо в разные стороны. Че тут сказать, ребята? Вы сами все видите. Ой, я выпустил случайно божество, но это, в принципе, сути не меняет. Фига себе, она там восстановила. Нифига себе, это что было? Нифига себе. Убийца охников. Все, ребятушки, это убийца охников. Правда, единоразовая убийца, но... Причем отражалки на героя нету. Нормально так зарядила? Ну, я не знаю. Короче, это убийца огников у нас будет теперь. Как-то так. На Фениксе просто нафиг. Ну, просто Феникс у меня с отражалкой, хотя и огник, в принципе, с отражалкой. Космо отлетел нафиг. Ну, в принципе, Огника Космо она слила. Зефира вряд ли она сольет. Тут просто в одну калитку вынос будет. Бум-бум-бум-бум-бум. Давайте я сейчас попробую, поставлю все-таки. Ради интереса закинем ей все-таки ПДшку. Чтобы не сливалась на этом, на отражалках. И попробуем еще раз Феникса запустим.
Ну, что я могу сказать? Огника-то шатает. Еще и как шатает. Странно как-то. Так, сейчас поставим ПДшку. Неплохой такой отхил, смотрите. Огника просто тупо шатануло. На отражалке не убивается сейчас. Ну не знаю. Может будет толк. Феникс тоже отлетел нафиг. Ну видите, надо подашку. Дамага дофига. Ну чё, троих она по крайней мере слила. Так, Феникс включился. Ча, как только Феникс выйдет с этого, она его плюс 2 ляма. Нифигово так она пробивает, я вам скажу. Дамаг приличный. А если крит пройдет там еще в полтораха увеличение, ну, блин, неплохо. Но убийца огников. Что тут сказать? Давайте, кстати, давайте еще божество разок тестанем. Тут отражалка поменьше будет, мне интересно. Нет, тут без вариантов. Божество просто тупо сливает без проблем. Поехали дальше. Ну, Фрейя, я думаю, тут такой же результат будет. Ничего себе. Землеройка, наверное, хотя может что-то сделает. Так, давайте еще серого кого-то, бардика поставим. В общем, однозначно надо подашку ставить и будет толк. Так, бард серый, тут у нас будет кто-то красный, поставим ворожея. А тут у нас будет Мэри. Ну, в максимальном дамаге, конечно, выдает. А тут поставим лисицу. Пока 3-3. Ну, по дамагу, конечно, жесткая. Ну, и у нас сборочка там, соответственно, жесткая. Максимальная, считайте, седьмая суперсила. Как-никак дает нормальный дамаг. Так, окей, поехали дальше. Фрейя. Ну, против Фрейя, я думаю, тут без вариантов. Блокировочка пошла, и все. 4-3. Что нам скажет землеройка? Землеройка просто... 4-4. Нифига себе. Может, все-таки нормально пойдет. 5-4. Матрона тащит. Мэри что нам скажет? Мэри, наверное, тоже отлетит. Ну там нули. 6-4. А вы говорили, да это имба, ребята. Бесполезная, но имба. Ну, если барда сольет, то это вообще будет бомба. Я думаю, вряд ли. То чувство, когда бард сливает на изи. Шесть, пять. Ну, интересно еще. Правда, лис он сейчас ударит где-то в другую сторону, скорее всего. Семь или там восемь. Всех мы потестировали.
Было 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5. 7-5 в пользу Матроны. Поехали дальше. Посмотрим. Может, не все так плохо. Так, зеленый. У командора бессмысленно. Оккультиста возьмем, тоже попробуем. Семь пять, это вам не это, ребятушки. Это уже достойный результат. Так, у нас только командорка, да, осталось этих героев таких. Че, мы все героя перетестировали, что ли? Да ладно. Походу, да. Так, ладненько, тогда попробуем. А, в принципе, у нас нормально. Серый, серый. Серый. Еще троих этих закинем. Семь-четыре, да? Ну, поехали. Точнее, 7-5. Единственное, я же говорю, вариант это ПДшка плюс ремка и максимальный дамаг. У командора тут однозначно отлетит. Восемь пять стрелок, наверное, тоже по дамагу. Да, тут просто тупо бешеный дамаг, ребят. Ну, это опять же, учитывайте то, что... Что там у нас? 10-5. Ну, если барда еще ушатает, это вообще будет пушка. Ой, оккультиста точнее. Изи, блядь. В общем, не знаю, 11. Что там у нас, 11-5? 12 плюс 5 или... Нет, 10-5. 10-5. 10-5 герой затащил. Я, честно говоря, немножко как-то удивлен, но результаты есть результаты. Конечно, с ПДшкой мы поставили, но против отражалки тут просто бешеные дома и бессмысленно. Но видно сразу, надо ставить ПДшку, надо ставить для ПВП локации ремку и собирать на дамаг. Тогда может будет какой-то толк, если вашего героя не сольют, не застанет, не заблочат. Ну, в общем, как и со всеми остальными героями. Но результат есть, в принципе, дамагер классный, но где использовать, я даже не знаю. Бьет по прямой, показывал в ЗБшке. Самый такой оптимальный более-менее вариант. Посмотрим еще на атаки фортов. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.